значит, чтобы оценить ваши платки, мы попросим наших прекрасных девушек пройтись по центру, чтобы просто мы могли увидеть платок. Правильно? И дебиле платка. Так, мы давайте сделаем по одному. Так, объявите ваше имя. Галина. Галина. Болеем за Галину в зеленом платке. Одно место. Галина. Замечательно. Следующая Наталья. Замечательный платок. Так, аплодисменты. Так, замечательно, Наталья. Зеленый платок. Дефиле Натальи. Спасибо. Так, следующий у нас. Олечка. Следующая у нас Олечка. Ольга, болеем за Ольгу. Она... Платок Ольги демонстрирует в черных красных цветах. Да. Следующий у нас Елена. Прекрасная. Елена прекрасная демонстрирует платок в темной гамме. У нее он даже подсветлен в очках. Да-да-да. Прекрасно. Спасибо, Лен. Так, следующая у нас Анна. Следующая идет Анна в пастельной гамме. Прошу заметить, он отлично сочетается с ее светлой курточкой. Мне нравится это пастель. Валерия. Следующий у нас Валерия. Валерия демонстрирует свой платок. Тоже пастельный гамме. Замечательные розы. Угу. Так, и следующий у нас. Следующий у нас Светлана. Темно-синий, прекрасный, отличный платок. Еще один. Я не знаю, как мы будем выбирать. Приз у нас один. Так, еще у нас теперь Юля. Юля демонстрирует. Не знаю, она не может выбрать, поэтому она демонстрирует оба платка. Вязаный и еще цветик фиолетовый, тоже пастельная гамма, очень-очень красивый. Девушка не могла решить, поэтому демонстрирует оба. Один на головку. Не знаю, как будем голосовать, как-нибудь разберемся. Так, еще у нас есть. И есть Диана. Диана демонстрирует платок темно-бордовой гамме. Замечательно. Вы не заметили, какие у нас все разные платки? Да. Так, ну что, мы увидели всех конкурсанток. Ну что, ребята, теперь я на себя не возьму, конечно, такой ответственности, чтобы решить первое место. Так что будем по аплодисментам, да? Да. Давайте. Первая у нас была Гала. Гала, пожалуйста, за зеленый платок. Ваши аплодисменты. Аплодисменты. Так, первая. Вторая конкурсантка. За Натальин платок. Аплодисменты. Хлопаем. Говорит Наталья. Потом у нас Елена с темно-бордовым. Думаю, Елена тоже говорит хлопаем. Дальше Анна. За Анной платок. Аплодисменты. Так, потом у нас Олечка. В ее черный платок с цветами. О, слышу. Дальше у нас Светлана. И темно-синяя гамма. Да. Потом у нас Юлия с двумя платками. Так, потом Валерия тоже с платком, с этой гамме. Аплодисменты. И Диана. Ну что, по-моему, Диана с... Пожалуйста, не расходитесь. Так, мы давайте определим первое место, а потом всем участникам за участие, да? Так, давайте еще раз. Хлопаем за платок Светланы.
Хорошо. Теперь платок Дианы. Ну что, по-моему, последний платок. У нас одна матрешка. Ну ничего, половину одну, а половину... Давайте. Ну давайте отдадим Диане. Мне показалось, что ее платок получил больше аплодисментов. Да, правильно? Значит, Диана по праву. Матрёшка, вам девчатам за участие. Спасибо. Магнитики. Спасибо. Все, давайте еще проводим нас. Девчонок аплодисментами. Где были? Надо было орать.